Здравствуйте, ребят. Сегодня 29 мая. Мы сегодня вместе с отцом прибыли на водохранилище, на котором, как правило, открываем сезон с поплавком. Пришли на одно из своих любимых мест и увидели здесь картину, которая нас очень сильно огорчила. Ну и, собственно, хотел бы поделиться этим с вами. Может быть, это вызовет какой-то общественный резонанс. Не знаю. Может быть, люди начнут думать. Пришли мы на местечко. Стоит тут такой столик, маленькая скамеечка. Вот разложили вещи. И смотрите, что мы нашли здесь. Подходим ближе к берегу. И видим здесь вот это. Вот это. Пожалуйста, если вы уезжаете куда-то, убирайте за собой мусор. Хотя бы как-то, хотя бы частично. Потому что нормальные люди потом приезжают и вынуждены просто смотреть на это безобразие. Ну а теперь давайте, ребят, немножко о хорошем. Прибыли мы сегодня на водохранилище. На водохранилище чистое, питьевое. Сегодня будем ловить на поплавочек. Закармливаться будем. То есть в надежде на то, что подойдет подлещик, может быть даже лещ хороший. Вот. Основная рыба, которая будет сегодня клевать, это будет плотва. И то, что она будет клевать, это прям 100%, потому что здесь этой рыбы достаточно много и клюет она довольно-таки хорошо. Что меня еще очень сильно радует? Радует то, что уже кругом все зеленое, уже все такое красивое. Воздух свежий, чистый, наполненный запахом травы, запахом леса. Птички поют, насекомые везде разные, крутятся, вертятся, кругом кипит жизнь. В общем, просто лепота, красота самая натуральная. Ну и сейчас я возьму камеру и попробую для вас все это дело красиво поснимать. Что у меня из этого получится, вы уже сами оцените. Так что давайте потихонечку начинать. Надеюсь, у меня получилось немножко передать вам окружающую красоту. Сейчас я еще вам отдельно покажу гостя, который к нам пожаловал, прилетел и немного попозировал. Дятел прилетел. Решил нас попроведовать. Оп. Своим присутствием. Смотрите, первый раз вижу, чтобы дятел по траве ползал. Интересно, что это он там. Смотрите-ка, что, листочки ищет. Первый раз вижу, чтобы дятел там листочки как-то искал. Обычно все по деревьям ползает, да по деревьям. Поймал что-то, козявку какую-то. Ты смотри-ка, что. Неужели он как дрозд червячков ищет? Обалдеть. Во как. Удает. Что это он там раскапывает, интересно. Чудеса. Первый раз вижу, чтобы дятел по земле ползал, что-то там раскапывал. Что он там ест? Он же реально что-то ест-то. Муравьев, что ли, нашел? Его дает. Ну вот, первая рыбка есть. Сорожка.
Сейчас, ребят, хотел вам показать тесто, на которое ловил в прошлый раз. В общем, как я его замешиваю. Беру сухарики панировочные, одну часть. Вот она. Беру пюре картофельное, вот такое вот. Быстрого приготовления получается. Тоже одну часть. И беру глютен для того, чтобы оно хорошо держалось на крючке. Ну, немного. Вот так вот. Ну и надо все это дело хорошенько перемешать. Вот, в нее добавляешь воду, немножко она набухает, становится липкой, хорошо держится на крючке и в то же время спадает с крючка за определенный промежуток времени. Так что вот все просто. Табуреточка тут, ребят, стоит обосранная, уже который год подряд, не знаю. Мы ее сейчас приспособим, поставим на нее ведерко с прикормкой, чтобы далеко не ходить. Вот кто-то тут сеточку, видимо, ставил. Смотрите, что. Вон. Кто-то сеточку ставил тут. Вот. Тесто сейчас замешаю сразу же. Как вкусно пахнет. Прям сейчас бы поел сам. Видите, начинает набухать. И склеиваться одновременно. А стоит ему в воду попасть, он начинает распадаться потихонечку и пылить. И это рыбку привлекает. Вот и так оно, видите, какое. Вот. А воду бросаешь, а все, вот оно пошло распадаться потихонечку. Прикормочка у меня кашу сварил. Вот, и покупную замешал. Сейчас пару шариков сделаю поплотнее и на поплавок прям закормим. Вот. Вот, отлично. Так. 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 Вот, с рожечка толстенькая. Опять кто-то балуется с поплавочком.
крючок оторвал. Крючок оторвал? Да. Связался меня кусок. Кто-то интересуется. Ух ты. Ух ты. Ну вот, ребят, я хотел напомнить то, что сегодня 29 мая, но для некоторых людей это абсолютно никакой не повод, чтобы не ловить лодки. Вот сидит рыбак. Понимаете, выплыл на лодке, и у него все нормально. Сидит, рыбачит на поплавочную удочку. А с лодки рыбачить нельзя. Все у человека хорошо. Четкая плотва. Эх, убежала. Какая зачетная сорога, крупная. Ну, в общем, как я и хотел, ребят, я сейчас поменяю оснасточку, поставлю более тонкий монтаж с более чувствительным таким поплавочком. Ну и вам покажу, что за поплавок, и расскажу. Сейчас пока надо смотать. Вот такой вот, ребят, поплавочек сейчас буду ставить. Поменьше, антенка у него цельная, не дает никакого дополнительного плавучего эффекта, поэтому я думаю, что поклевки будут более четко видны. Вот сейчас мы его и поставим. Раз уж рыба капризничает, будем ухищряться.
Лесочка основная 0,16 и 0,14 на поводки. Ну все. Пойдем дубасить. Кто-то то приподнимет, то чуть-чуть притопит. Похоже, уже съел. А нет, нет, нет. Вот. Есть. Какая хорошая сорожка попала. Ух. Класс. О, притопило, отпустило. Все, что ли? О, приподнимает. Сейчас начнет топить. Ой-ой-ой. Четко. На тонкую снасточку приятно так тащить вообще. Огонь. Понимает. Приподняла чуть-чуть, вот топит. Давай, моя хорошая. О, давай, зажевывай.
Зажевывай. Но обычно крупная рыбка так не клюет. Давай, 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 давай. Есть. Ух ты. Ну вот, ребят, попала рыбка. Ого. Четко. Это попал лещ. Это, ребята, попал лещ. Опа. Опа. Красавчик. Еле-еле. Вот так. Красота вообще, огонь. Ага. Четко. Класс. Вот это красавчик. Вот это красавчик. Оп. И сюда его. Ништяк. Вот куличок прилетел. Причем из леса прилетел. И сел к воде. Что это он там делал, непонятно. Может, на болоте на каком-нибудь сидел. Чистится. Интересно так. Давай, мой хороший, я уже готов тебя подсекать. О, давай, 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 зажевывай. Ешь, ешь, ешь. Есть. Подлещик попал маленький. Ну какой. Дай его отпустить. Подлещик попал, пап. Мелкий. Давай, беги. Оп. О, как. О-о-о. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. О-о-о. Все, пошло, пошло, пошло. Есть, есть. Ребят, в общем, мы отрыбачились, немножко загорели, и пришла пора считать улов и собираться ехать домой. Да, устали уже. Рука устали, устала, да. Тягать рыбу. Приятная усталость уже появилась. Да. Сейчас посмотрим, что поймал папа. Папа поймал стул.
Я поймал стул. Первый улов. Что это у нас тут? Килограмм? 6. Да? Вот так. Вот. О, кошмар. Здесь ни одна. Интрига. Зачет. Ну пойдем. Посмотрим мой скромный улов. У меня улов поменьше. Пока я там с камерой скакал зад на задок, можно было чуть побольше поймать, но у меня тоже попала рыбка. Одна такая хорошая, прям дала мне сегодня адреналина немножко. Вот такой вот у нас улов на двоих. Сколько тут килограмм, не знаю. И килограмм 8, наверное, есть на двоих. Ну, полное ведро вот так. Полное ведро, да. Вот так. Ребят, ну, по крайней мере, мы норму вылова не превысили. Загорели, видите, да, какие? Два вождя краснокожих. Ну, сейчас рыбку сложим и поедем домой. В общем, вам всем ни хвоста, ни чешуи. Здоровья крепкого, настроения хорошего. И увидимся с вами в следующих видео. Не болейте, не кашляйте. Да. Давай. Вот так. Давай, еще. О, пошло. Есть. Телефон звонит.